Как открутить башмак, который предназначен для отдыха ноги водителя? Берем, достаем эти две заглушки. Дело в том, что под слоем грязи не всех-то она и видна, что это заглушка. Аналогично вторую. И там торцевым ключом головкой на 10 отворачиваем две гайки и таким образом достаем. Вот, гайки открутили. Поднимаем, и у нас образовался доступ. В принципе, можно и прибраться заодно. В обратной последовательности ставим все на место. Зная то, что у нас там глубоко гайка сидит, мы берем магнит, присоединяем его к голове, вот так вот закрепляем гайку и садим ее обратно. Ну вот, гайки мы вкрутили, сейчас ставим заглушечки обратно. Вот и все.